С момента объявления чрезвычайной ситуации ограничено движение общественного транспорта в Бишкеке. Работа большинства маршрутных такси приостановлена. Отдельные автобусные и троллейбусные линии действуют. По информации мэрии, работают 76 автобусных линий. Какие неудобства создают горожанам эти ограничения? Сколько раз проводят дезинфекцию? Об этом сейчас уточним. Для нас, пенсионеров, нет необходимости, а вот те, кто работает, им будет немного тяжело. Ограничение маршрутных такси создает неудобства. Автобусы и троллейбусы не ездят туда, где я живу. С 22 марта в Кыргызстане на один месяц введен режим чрезвычайной ситуации. С целью остановить распространение вируса внесли ряд ограничений. Но продолжают работать продуктовые магазины и рынки, в том числе продуктовые ряды Ошского рынка. Какова ситуация на местном рынке? Не повысились ли цены на продукты? Об этом мы уточним у продавцов и покупателей. И все повысилось, и мясо дорогое сейчас, и мука дорогая. Говорили, что подорожания не будет. Мы-то хлеб покупали, ничего не готовили дома, вернее, хлеб не пекли. Сейчас приехала, хотела купить немножко, килограммов 5 муки купить. Но я не знаю раньше, какая цена была, сейчас цена 50 сомов. Мука подорожала в последнее время. Как вы видите, народ жалуется на то, что мука дорогая. В Кыргызстане муки не хватает. Конечно, мы будем возмущаться. Вот подняли цену до 1700 сомов. Это же несправедливо. 2-3 дня назад в маркете мука стоила 1300 сомов. Сегодня мне понадобилась мука, и пошла я туда. Муки не осталось. 1700 сомов для малоимущих – это большие деньги. Надо же хотя бы Бога бояться. По всей стране аптеки работают 24 часа в сутки. По словам аптекарей, большим спросом пользуются на медицинские маски и антисептические средства. Некоторые аптеки работают через окошки для своей же безопасности. Маски ходят у нас на руки, мы даем по 3 маски на руки даем. Спирт мы тоже так даем. На руки, если 100-граммовые, мы по одной бутылочке даем. Маски у нас достаточно бывает, но у нас народа очень много. Тут у нас такая, это, центр. У нас быстро разбирают эти маски. У нас каждый, через день мы принимаем товар, у нас быстро уходят маски. Антисептики то же самое.
Правительство просит граждан оставаться дома. В отдельных случаях надевать маски и рекомендует соблюдать дистанцию. А также соблюдать личную гигиену во избежание заражения. Максат Леспеков, Бакыт Кошалиев, 5 канал.